Седрик не супергерой и даже не инопланетный пришелец. Он застенчивый и дружелюбный лемур, готовый прийти на помощь и стать лучшим другом своему маленькому зрителю. Когда-то давно его в своем воображении нарисовала Наталья Кротова, известная читателям под псевдонимом Наташа Гном. Это маленький малыш, который не знает, что обладает волшебными силами. Он этого боится, он этому удивляется, но он проходит свой путь, познает мир, находит друзей, помогает жителям острова и в некоторых ситуациях спасает отдельных героев. И он узнает свое предназначение в результате серий, которые увидят наши малыши. Мультфильм, главным героем которого стал рыжий лемур, учит малышей быть добрыми, справедливыми и отзывчивыми. По сюжету мультсериала Седрик не раз столкнется с выбором, и порой сделать его будет непросто. В этом зверьку поможет доброе сердце. О невероятных качествах героя юным химчанам рассказали в умной библиотеке в ходе встречи с командой создателей мультфильма Наташей Гном и Артуром Толстобровым. Безусловно, поддержка авторов современной детской литературы, она необходима. И, как я сегодня уже говорила, эта государственная поддержка в рамках различных грантов, фондов, она набирает обороты с каждым годом. Седрик – история для маленького зрителя. В будущем автор Наташа Гном планирует обнародовать еще один проект «Мой мир – моя ценность». Эта работа, говорит автор, заинтересует и ребенка, и взрослого. Нина Липанова, новости Химки ТВ.